Видеообзор на ноутбук My Ben Ben. По характеристикам у него Celeron N4000, встроенная графика, оперативная память 8 гигабайт, жесткий диск 120, ну точнее SSD диск. Проверим динамик. Динамики отлично работают, не хрипят. Проверим монитор. Вообще никаких нареканий, состояние отличное. В комплекте сам ноутбук, сумка, зарядное устройство. Ну, скорее не сумочка, а чехол. Но сам факт. Тест клавиатуры проведем сразу же. Через FN и все. Клавиатура изначально не имеет русской раскладки, поэтому здесь такая накладочка резиновая. Силиконовая, точнее, не позволяет затираться клавишам, ну и плюс полностью наш алфавит. Может работать и без зарядного устройства, вполне себе успешно. Полностью исправен, повреждений критических никаких не имеет. Разве что вот небольшие потертости на петельках. Отлично, рекомендуем приобретение.